ты, мама? Мести! Сосед, мести? Чё-то я, говорит, так часто на попу падаешь, у меня уже там это, синяков очень много образовалось. И сегодня будет челлендж. Попади 10 раз в башню мести. Она как десантник, ребята, на парашюте спустилась с окна. Вот, смотри, бутает предметы. Она освобождает окно. Мячик. Она в нас яичками, а мы в нее мячиком. Кинула. На тебе вносяку будешь? Бау. Есть! Сосед! Больше не превращайся в мести. Мы ее не любим. Во! Опять она стала соседом. Там замки. 4 замка, друзья. И пройти мы не можем. Ключей нету. И он за нами бежит. Он... Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Долгожданный привет, сосед! Всем привет, друзья! Малишка Плей! Ребята, вы очень давно просили поиграть в привет соседа, и мы решили это сделать. Оставайся с нами, будет очень круто. Так, бежим за мячиком. Ребята, в этой серии у нас сосед закрыл своего сына в подвале, и мы должны найти ключ и пробраться туда, и при этом не попасться соседу. Это первый акт. Это первый акт. Мальчик, так, быстрее идем. Он услышал звук, который происходит сосед. Из дома соседа. Это сосед прячет своего сына. Да, после смерти дочки, друзья, после смерти мамы. Мести! Сосед, мести? Батюшки! Батюшки, так, друзья, короче, планы меняются. Мало того, что нам нужно спасти мальчика, нам нужно сбежать от соседа, нам еще нужно прикалываться над нашей мести. Продолжаем пранковать, друзья. Сегодня будет очень много крутых приколов и, как обычно, сбегание от соседа. Ну что, начинаем! Ставь лайкосик, будет очень весело. Тетя Титя, где ты там? О, бежит. О, зачем ты себе стекла в доме ломаешь? Что ты делаешь? Не делай так, я тебе сколько раз говорил, коробочку. Куда ты бежишь? Она лужа отбегает, культурная, смотри. Сейчас мы мусорным баком. Не туда, на. Ой, споткнулась. Споткнулась об мусорный бак. Потому что у тебя мусор во дворе, ты не выносишь. Ну, вот куда ты побежал? Ну, вот помидорку кинула. На тебе вносяку будешь? Бау. Есть! Прямое попадание. Круто, друзья. Вести на физру надо ходить в бак. Ага. Да тут какая-то что-то располнела прямо. Не можешь вообще нас догнать ни разу. И помидорками не всегда попадаешь. И яичками. Друзья, чтобы забраться в комнату и взять оттуда ключ, который она положила на стол, нам нужно с вами найти ключ от багажника машины. Она же лазить не может у нас по такой. Она по ступенькам лазить не может, друзья. Но мы знаем, что она научилась очень классно забегать в детскую комнату. Сейчас мы это с вами проверим. Так, берем картину. Выкидываем на улицу, нафиг она нужна, такое искусство дома дурацкое. Так, берем ключ от багажника машины, друзья. Искусство дома дурацкое. Ну хорошо, там какие-то рты, рожи, глаза. Что это такое еще? Кто это рисовал? Это, наверное, рисовал сосед мести, дядя Жора. По соседству, с которым мы с вами живем. Ну ты вообще суровая. На тебе, короче, посиди на попе. Так, посиди на попе. Друзья, берем с вами магнит. Ключ нам уже не нужен. На тебе в носяку. Не хочешь? Ань, она вообще обиделась. Друзья, мести на нас решила обидеться. Но это нам как бы все по барабану, потому что нам нужно взять отмычку. Отмычку мы берем с вами здесь. Оп, домик, не то, а ну еще разочек. Опля, есть! Так, друзья, теперь мы можем с вами проникнуть в комнату. Побежали, забежим. Магнит, магнитик там. Она за нами здесь постоянно бегает. Магнит нам уже не нужен, сейчас мы его переложим в другую руку. А магнит, наверное, кинем в нее, да? А ну. Тетя Титя! Лови магнит! Хочешь магнит? Лови, оба! Магнится! Не поймала. Когда ж ты уже ловить научишься? Она не магнитится. Она за попу держалась, видела? Ой, что-то я состарела. Что-то я, говорит, так часто на попу падаешь, у меня уже там это, синяков очень много образовалось. Так, друзья, берем гаечный ключ. И сейчас мы с вами откроем болт. И проберемся по лестнице на крышу. Да ладно? Блин, она постоянно за мной бегает, западала. Мне нужно постоянно с собой какие-нибудь коробки носить. Или что-нибудь такое, чтобы в нее кидать. На коробку. Вот представьте, как нашему мальчику, нашему мальчику, ребята, как тяжело бегать постоянно с какими-нибудь коробками. Вы когда-нибудь пробовали бегать с коробками? Это очень на самом деле неудобно. Особенно, когда у тебя 4 руки. Да, особенно, когда у тебя только 4 предмета. Так, ключиком прямое попадание. Побежали. Прямо в лобик.
Друзья, нам сейчас нужно с вами проникнуть в детскую комнату, где на столе лежит красный ключ. Это была акула? От подвала. Нет, от подвала. О, на! Она по лестнице научилась ползать. А еще, друзья, она научилась залазить в детскую. Ребята, еще у нас сегодня с вами будет крутой челлендж надмести. Оставайся с нами, досмотри этот челлендж до конца, не проматывая. Так, берем коробочки. Мы сейчас забаррикадируем Мисти в детской комнате. Блин, одна улетела. Так, выставляем, чтобы она не пробралась. Но здесь, друзья, наша Мисти научилась еще одному приему. Давайте мы сейчас его с вами посмотрим, что она у нас, что у нас сосед еще научился делать. Так, возьмем еще коробочку. И сегодня будет челлендж. Попади 10 раз в башню Мисти. Мы с вами его проведем немножко позже. Так, берем креслица. Ставим его сюда. Что? Она пинать научилась. Да, вот я же говорил, друзья, новый прием, привет соседа. Он научился пинать предметы и освобождать себе проход. Это очень круто, он такого раньше не умел. Раз. Считаем до 10. Два. Лена, откуда меня кидают? Три. Четыре. Я не могу понять, откуда меня кидают. Мне уже больно. Мне уже скоро кровь пойдет. Пять. Лена, не уходит. Шесть. Упорно стоит, друзья, не уходит. Семь. Семь. Ну. Восемь. А ну. Девять. Да что ты там коробочки буцаешь? Десять. Есть. На тебе еще одиннадцатый. Да, да, это, да, парочка. Так. И вот и самый большой. Кресло. Кресло возьми, посиди. А то у тебя попа устает постоянно на попу падать, когда мы тебя бросаем. Зависит. Чем-нибудь, Ляна. Она, ребята, разбрасывает предметы ногами. Она пытается разбросить, но этот, короче, сам. Кресло, оно застряло. Ага, оно уперлось в косяк дверной. Мы теперь вот с этой стороны коробочку в нее кинем, друзья. В этой комнате она сидит. И мы сейчас с вами посмотрим, что будет, если мы сейчас, смотрите, забросили ей коробку через окно. Она должна, по идее, Гена. Вот, смотри, буцает предметы. Она освобождает окно, чтобы вылезти через окно. Ничего себе, жесть. А ну, что, правда вылезет? Помидоркой кинула. Так далеко и высоко кинула. Алло. Не, вроде никого нету. Все, ребята, ладно. Вроде никого нету, да. Она как десантник, ребята, на парашюте спустилась с окна. Ничего себе. Она, короче, не на парашюте, ребята, а на своей прическе спустилась с окна. У нее на голове столько волос вместо парашюта, друзья. Тетя Мисти, даже если будет падать с большой высоты, то никогда ничего не случится. Потому что у нее парашют, волосы срабатывают как парашют. Есть, бежали. Так, все. Тетя Титя, мы тут это, ключ взяли, можем тебе вернуть его. Будешь ключ? Прости, мы там из детской его нечаянно стащили со стола. На, бери, все. Побежали. Побежали в комнату. Да. Зачем вы меня опять уронили на пол? Что же мне теперь делать? Так, пробежали в подвал, друзья. Здесь нам с вами нужно проникнуть в дверь, где 5 замков. Так, здравствуйте. Или 4. Берем картину, открываем решетку. Здравствуйте. Заходим. И нам с вами нужно здесь включить генератор. Помнишь? Да, помню. Нам вначале там была какая-то западня, куда нам нужно поставить эту картину. Здравствуйте, манекен. Там был двойной прыжок, друзья. У нас двойного прыжка нету, поэтому мы будем вынуждены с вами пробить кирпичи и здесь полезть по вон тому проводу, который над проходом. Так, запрыгиваем на стульчик. Мы с собой взяли стульчик, картину предусмотрительно. Запрыгиваем. И нам нужно перепрыгнуть через эту сетку. Провод. Есть. Опля, есть. Включаем генератор. Бау. Побежали. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, друзья. Сейчас напоследочек откроем дверцу. И напоследочек побежим, пожелаем нашей Мисти счастливо оставаться. Goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Так, где она? Тетя Титя, ты что там завтыкала? На тебе манекеном в лобик. Goodbye, my hello neighbor. Сосед, больше не превращайся в Мисти. Мы ее не любим и над ней всегда прикалываемся. Был бы ты обычный сосед, мы бы так над тобой не прикалывались. Но Мисти от нас сегодня столько получила в свою носопырку, что она уже реально и на попу села 850 раз. Сейчас мы ее еще мячиком, на тебе мячик. А она у нас яичками, а мы в нее мячиком. Фонариком бежит. Ну, на. Оп. Присядь, посиди. Ну и последний, как говорится, контрольный. На. Все, ребята, валим, валим, валим. Забегаем в нашу дверь. Ну и не хочется как-то. Не хочется как-то. Ну и упали. Все, погнали, друзья. Это была безвыходная ситуация. О, опять она стала соседом.
Не поймешь эту тетю Помните, Титю. Это безвыходная ситуация, там, где мы прибегаем к двери, и там замки. 4 замка, друзья, и пройти мы не можем, ключей нету, и он за нами бежит, он нет. Поймал. Это друзья, прохождение второго акта. Ребята, ждем, будем играть, если вы поставите лайк, понравилась эта серия, будем играть обязательно во вторую и третий акт, друзья. Поддержите лайком это видео, подписывайтесь на наши каналы, на которые вы еще не подписаны. Все ссылочки в описании. Новые серии Валеришка Макс, Валеришка Сим и Валеришка Гейм, друзья. У нас самые лучшие. Всем пока-пока! Мы стараемся для вас. Пока!